На дорогах страны стартовало 10-дневное оперативно-профилактическое мероприятие. Автобус, патрульная и административная полиция, участковые инспекторы. В мероприятии задействованы все ведущие службы. Главная задача стражи правопорядка – обеспечение безопасности водителей и пассажиров, снижение аварийности. Контроль за соблюдением правил дорожного движения и мониторинг технического состояния пассажирского транспорта с понедельника в городе и в районах проводятся специальные рейды и отработки. В фокусе внимания не только городские и междугородние автобусы, но и автомашины служб такси. При рейдах мероприятий выявляются такие нарушения, как нарушение технического состояния транспортных средств, управление транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности, пользование мобильным телефоном при управлении транспортным средством. К сожалению, водители позволяют себе при управлении автобусом разговаривать по телефону, не пристегиваться ремнями безопасности, просматривают фильмы. По итогам двух дней с начала проведения оперативно-профилактического мероприятия на дорогах области выявлено 128 нарушений правил дорожного движения. Из них 35 фактов пользования за рулем телефоном, 19 нарушений правил маневрирования, 9 фактов использования авто, не прошедших техосмотр. Также по итогам двух дней один водитель задержан за управление авто в нетрезвом виде. Также за январь месяц текущего года на территории нашей области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек погибло и 20 получили ранения различной степени тяжести. С участием пассажирского транспорта на территории нашей области ДТП не зарегистрировано. Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» продлится до 2 марта. Тамерлан Кюбаев при содействии пресс-службы областного департамента полиции.